Виноградная лоза. Видите, это все виноградная лоза. Как они тщательно все изобразили иным способом, не так, как в православной церкви на иконе. А здесь уже более так объемные фигуры, по которым мы тоже можем увидеть житие нашего Господа Иисуса Христа. Я с высоты этого икона поздравляю вас. Я хочу передать привет России и всем тем городам, в которых вы будете. Поклонитесь нам, помолитесь за нас. Радуйся, земле обетования, радуйся, родную на Небожий Христос, яко дождь снидет с небесе. Радуйся, владычица милостивая, нас пред Богом заступнице. Честь и держава, со безначальным Бог Отцем, игры святыми благими, животворящими Бог Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Lektionen über falsches und richtiges Sprechen. Die ganzen Leute, die ganzen Ausländer, die ganzen Verwandten, die ganzen Arbeitslosen, die ganzen Beamten. O heilige Sprach- und Sprecheinfalt, wenn von der Menge, Größe und Anzahl die Rede ist, heißt es selbstverständlich alle. Thank you.
Настроечку комментарий. Игорь Ильич нам предложил сегодня уснуть в очень интересном месте. Вот здесь заправка, здесь стоят машины, здесь частное поле. Вон тот хозяин живет, у него, наверное, ему все видно. И мы тут приместились между разделительной полосой и полем пшеницы. Надя не могла спать спокойно, потому что мы каждую минуту ждали, что за нами придут и нас заберут. Как это было где? В Швеции. Как это было в Швеции. Около забора, где пропущен ток. И коровы пасутся. Всю ночь какой-то колокольчик звонит. Это тебе уже... Это у вас в ушах или в голове, или еще в каком-нибудь месте? А вот в той стороне за лесочком мигали красные огни. Там, наверное, военная база. Нет, здесь же аэропорт близко. Взлетная полоса там моргала. Марина, не хотите что-нибудь сказать? Нет, Игорь Ильич, не хочу. Да я вас снял. Thank you.
они хранят мемориал. Это вообще это о многом говорит. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
духовка, Игорь. Ты видишь? Отлично. Bediene wir die Haltestellen im Halbstundentakt. Bitte sehen uns allen nun eine angenehme Fahrt in Dresden-Bahn. Inmitten des Theaterplatzes vor der Semperoper, das Altersstadt. Jenseits des Albertplatzes beginnt die äußere Neustadt, auch Antonstadt genannt, die am Anfang des 19. Jahrhunderts entstand.
Trojrozměrné kino v Praze existuje. Kino IMAX bylo v Praze otevřeno 20. března 2003. Čím se toto kino liší od klasických biografů? Hlavními přednostmi kina IMAX je projekce dvoj- a trojrozměrných filmů za použití speciálních brýlí. Obří plátno 20x25 metrů, které je 10x větší než jaké známe z ostatních kin. Zvukový systém. В общем, вот этот Карл Моск, у них типа нашего Арбата, насколько я понимаю. Место, где вот обязательно все погулять хотят. Ale on se to žije. Kdo to je? Ty jsi mužčí. To je ještě do těch. Těsta? A já to je. Těsta?
Thank you.
такие таблички со словом «позор» здесь попадаются часто. Очевидно, это просто означает «внимание». Скажите что-нибудь. Нет, ничего не скажу. Есть. Хлеба хотим. И зрелищ, понятно. А все-таки, Ира. Вену, хочу в Вену. Возвратились и поехали в Вену. Слушай, я не причесана, отстань. Вену. Шучу, что ли, когда? Не, ну поехали в Вену съездим. Ну вы чего? Woli oglądać mecze w telewizji, więc zostaje w domu. Luis, Damian, Ioannis i Samir idą razem na stadion. Zaczyna się mecz. Niestety, gra jest wolna i nudna. Luis nie jest zły. Один-два часа. Ну, ты сначала узнай, мы сюда приехали или нет. Слышь, пап? Очень злотый. Мы не обменяли евро. Это евро какие-то там дробные. Да. Тут до пушки. Слышь? А, сейчас? Да. How much? Сколько? Офиара довольна, но. Слышь, пап? Пап, ты узнай, мы сюда хоть приехали ты или нет? Ченстаховская икона Божьей Матери здесь, да? Ну все, сюда. Пойдем. Ура! Спасибо! Ура! Ура!
Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ja też spuścił na mnie podarował mi chleb niebieski.
У них колоссы — это просто произведение искусства, как медали. Во всех странах, наверное, в которых мы были. Так, ваши комментарии я хочу услышать. Мы у нас голодные. Возят по садам, да. Еще раз. Мы очень голодные, и нас лучше не слушать. Вокруг сады с яблоками, персиками, вишнями. Игорь Ильич везет очень быстро, что мы даже не успеваем. Так, показываю, очень быстро. Так, продолжайте. Мы не едим сутками, он нас не кормит. Или не успел просто. Или не, а свернуть-то некуда. Он едет впереди. Впереди, вот сюда, вон он. Синяя машинка? Нет, белая машина. Фары вперед светят. Вижу. Бедняга. Ильич, ты ж так не ездишь? Еще не вечер. Я только учусь у других. Мы так ездили на озере. Краснодарск. Ну скажите еще, Ир, только ты хороший человек. Я не могу ничего сказать, я голодная. Я лучше промолчу. Смотрите свои кафешки или ресторанчики, что там такое. Индийская. Кебаб. Вот и ресторан какой-то. Гранд Вендинг. Гранд. На Варшаве. Ура! Что там показали, я не понял. Я чуть-чуть показываю. Быстро спать. Ну-ка, прокомментируй, что. Я у тебя хорошо получается. Это задача. Наконец-то поели. Да, в Варшаве. То есть целый день вы не ели, хотите сказать? Мы их не хотим в Варшаву, чтобы поесть. Да все хорошо. Варшава кормит дешево, прям дешево, дешево. Причем в центре Варшавы. Да. Да, ага. На 150 рублей наелись.
кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в тех журавлей. День добрый! Сколько я вам должен, зайцев? А? Доллар, евро, Россия. То есть вы зайцев не берете? Белорусский перевозчик, да. Светлана, Ваня. Это платная дорога. А ты говорил. Эх, луг широкий, як живы ты, променем соника заліты. Увесь стоишь перед вачыма, ты мил и смутен, як родима, як наша тихая сторонка, где смуги синяя пеленка у летний час дымком звисая и даль задумы сповевая. Хоть я неволей тяжко змучен и с родным берегом разлучен, да я душою оживаю, як в оком мысли озираю. Тебе мой луг и берег родный, где льется неман среброводный, дубы, где дружной чародою стоять, як вежи над водою, давнейших справ вартовниками, и зяют грозно жаролами. И только тут, под их чародкой, улетку доброю погодкой, козьбою томлены, спочинешь. И думки клопоту покинешь, заснувши крепко и солодко, тут так прохладно, так привольно. А пташки голосно и здольно смеются милым щебетанием и полнять лух своим спеванием. А на дубах, как шапки тые, чернеют гнезда. А то она находится в зоне, а это как раз начало кипеть, ее убрать. Хорошо, а еще чем скажите? Кашу солил кто-нибудь? А еще чем? А вот просто вы можете показать, как дамы работают и как наша молодежь помогает отдыхает нам. Просто да, будущее без нахальства, конечно. Так, а скажите вы теперь свое слово. Вас обвиняют. Так, в чем? В нахальстве и бездельничестве. Конечно. Ну и правильно обвиняют. Это и все, да? Мы рады. У нас отпуск. Нас батюшка отпустил. А у девочек? Нас батюшка отпустил с мира. Так, вы на работе. Понятно? Мы на работе. Вопросы есть? Вопросы есть? Все, на первый-второй рассчитайся. Так, каша уже кипит. Нам группа родителей дали все время кофе, который я не люблю. О, смотрите, что-то похоже даже на Питер, вы замечаете? Красивый город, между прочим. Прямые классические дома, это же классика чистой воды. Вот цирк у них, пожалуйста. А можно рядом было? Ой, какой цирк. Ой, очень народа бессмертный. Видите, кругом это патриотическое. Рекламы ничего не завешены. Заметили? Да, рекламы нет, да, смотрите. Рекламы не завешены. Рекламы нет, как они что-то пустили Макс сюда, я не знаю. Ну, сейчас вот это закончится. Вот, все, точно. Вот он, зум, значит, это центр. Ну, что, пришвартовалась вот за светофором? Просто это дорого, у нас столько денег. Игорь, вы разрешаете шашлык? Конечно. Так, белорусские зайчики. Это ужас какой-то с нулями с этим разбираться. Вот бумажка 100 тысяч. Я миллионер, я корейка.
на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Мы в счастье, Игорь Ильич объявил, что мы сегодня будем дома. Она нам нравится! Ура, Россия! Игорь, не ошибитесь. Вперед, да? А то вы нас обратно привезете. Да, слава богу. Вы как футбольные... Вы как футбольные болельщики прямо. Слушай, о чем мы все время говорили, что нас 11? А сколько нет? А этот? Я и говорил, что плюс этот. 12-й год. Настоящий джентльмен. Датчанин, вернее, скорее. Почему это датчанин? Ну, хотя да, так он больше. Не пустили нас, опоздали. Здравствуйте! Здравствуйте! Выручайте! Это Европа!
А, включи я так, это. Так, можно позвонить? Можно позвонить? Да, да, можно. Ой. Мозоль, а ну мозоль сор... будем срывать. Так. Не баловаться, понятно? Так что ты так спокойно, Алла, не дергайся. Аккуратно, оказывается. Не ругайся, пиши на черный список, кто не слушает. Стучи доносы, только нет, нет, только молча. Не доносы, не доносы, это благословение. Вот у меня есть вот сам свидетель, так сказать. Документальный? Документальный. А он не снимет? А что-то нажать надо было? Там красненькое горит. Красненькое? Ничего не горит. Мы, как остающиеся здесь, хотели бы пожелать вам доброй дороги, легкого пути, ангела-хранителя, чтобы все у вас было хорошо, чтобы вы напитались впечатлений, привезли их нам, поделились с нами и, конечно, сняли замечательный фильм о вашей поездке.